Доброго времени суток, подписчики канала Delphi и паблика Delphi. Хотел бы вам показать сегодня программу Delphi 2021. Сканер у меня вот такой Delphi, двухплатник китаец. Как бы программу запускаю первый раз, так как до этого не предоставлялось возможности. До этого вот также у меня есть автокомовская программа. То есть конкретно этой программой буду пользоваться впервые. Так, здесь все выбрали. Все. Так, нет. Угу. Так, включите зажигание. Ну, у меня автомобиль запущен, так как на улице холодно, зима. Поэтому я на запущенном двигателе делаю все. Вот, связь установлена. Выберите функцию. Давайте посмотрим. Так, диагностируем автомобиль. Считать коды неисправности. Посмотрим. Датчик скорости АБС. Положение распределительного вала рационально прерывистый. Мобилайзер, нет связи. Система настройки топлива. Все понятно. Так, давайте попробуем посмотреть сначала данные в реальном времени. Так. Расхождение, так, это не то, верхний кислородный датчик. Угу. Так, ну, так. И попробуем почистить их. И посмотрим сейчас, что будет дальше. Оп, нет кодов. Угу. Соответственно, чек у нас пропал. Здесь кодов ошибок нету. В принципе, программа работает очень шустро, особенно со сканером, конкретно Delphi. Вот, также можно регулировать, как бы очень много всего, адаптация, адаптировать и так далее и тому подобное. Тестировать, допустим, какие-то узлы, агрегаты, вот реле, компрессоры, кондиционеры, большая скорость, малая скорость, вентилятор охлаждения, электромагнитный клапан ЕГР. Как бы программа, ну, по крайней мере для меня, очень простая в использовании, то есть меня все устраивает. Так, отменить. Еще раз давайте прочитаем коды. Нет кодов и ошибок. Всем всего доброго.